Пэрис Хилтон наконец связала себя узами брака. Мужем звезды стал бизнесмен Картер Леум. В личном блоге знаменитая блондинка поделилась свадебным фото. Знакомство пары произошло больше 10 лет назад. Однако романтические отношения Пэрис и Картер начали лишь около 2 лет назад. В феврале текущего года одна из главных светских львиц нулевых хвасталась тем, что возлюбленный сделал ей предложение, на которое она сразу же ответила согласием. Свадебное торжество будет длиться 3 суток. Его организовали в поместье умершего дедушки Хилтон, которое располагается в элитном районе Лос-Анджелеса. Накануне Пэрис рассказывала о том, что долгое время не могла выбрать свадебный наряд и сделала окончательный выбор только вечером перед свадьбой. Избранник звезды Картер является успешным предпринимателем, который построил свой бизнес в сфере парфюмерии. До 40-летнего возраста Хилтон дожила так, ни разу не вступив в брак. До этого она была как минимум 3 раза помолвлена, но затем ее помолвки по разным причинам расторгались. Летом в СМИ стали появляться слухи о возможной беременности Пэрис, которая в последнее время все чаще заявляла о желании завести детей. Однако позже модель опровергла такие домыслы, заверив, что пока это только в планах.